избрать обвиняемого в Фаридуне Шамсидину мера пресечения, где заключение под стражу, то есть срок содержания его под стражей на 1 месяц 28 суток до 22 мая 2024 года. Избрать обвиняемому Файзову Мухаммаду Сабиру Закирчоновичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей на 1 месяц.